Freedom of the Seas, круизное судно, построенное для туристической компании Royal Caribbean International, компания Ecofinerts, финское отделение международного концерна Ecoyards, на верфи в Финляндии. Строилась по заказу материнской компании Royal Caribbean Cruises Limited. Как ее собственность, она имеет суда-близнецы Liberty of the Seas и Independence of the Seas. История судна. 25 апреля 2006 года Freedom of the Seas покинула Гамбург после торжественной передачи судна судостроителями заказчику, Royal Caribbean Cruises Limited. Судно было построено в Финляндии, а в Гамбурге была проведена срочная проверка винторулевой колонки с докованием, так как датчики показали наличие в масле стружки. Freedom of the Seas ушла в свой первый рейс, трансатлантический пробег в Майами, но попутно лайнер зашел в Осло, Саутгемптон и Нью-Йорк. 10 мая 2006 года Freedom of the Seas вошел в порт Нью-Йорка. Оснащение судна. Судно Freedom of the Seas стало новой вехой в конструкции круизных судов. Никогда еще не было судов со столь огромными и просторными помещениями для пассажиров, гигантские прогулочные палубы и залы. Просторные каюты с огромными балконами, каток и стена для скалолазания, висячие бассейны солярия. Они сооружены на специальных крыльях, выходящих за границы бортов, и действительно висят над водой. Еще одна отличительная черта – гигантские, на всю стену, плоские ТВ-экраны, установленные в каютах и общественных местах. Судно избавлено от сотен километров проводов и кабелей благодаря широкому применению технологии Wi-Fi и мобильных телефонов судовой АТС. На лайнере проходил отборочный тур 9-го сезона американского телешоу «Топ-модель по-американски». Freedom of the Seas – одно из самых больших в мире круизных судов по водоизмещению, по высоте и по количеству пассажиров. При длине 339 метров, Freedom of the Seas несколько короче своего соперника, всего лишь на 6 метров, Queen Mary 2, однако на 15 метров шире и значительно превосходит его по пассажироместимости. Queen Mary 2 берет 2620 пассажиров, а новый гигант – 4370 пассажиров и 1360 человек команды. Исключения составляют суда класса Oasis. Oasis of the Seas – 5400 пассажиров и 2165 экипажа, а также 6400 пассажиров принимает построенный позднее близнец Allure of the Seas. Друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайк и поддержите канал, написав комментарий к видео. Про какое судно вы хотели бы увидеть следующий ролик?